Эй, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86Play. Продолжаем прохождение крутого Сэма, часть 4, серьезного Сэма. Так, текстурки быстро подгрузились. В общем, возле замка, возле главного мочилова, который в прошлый раз мы остановили, но сегодня мы его продолжим. Так, я не смотрел, сколько еще до концовки игры, до конца игры, точнее, сколько еще миссий. Ну так-то, блин, уже много с вами играем. 13-е, 14-е, это уже, по-моему, 15-е пошла. Здорово, бомба. Бомба, дай косилку, у меня патронов нет. Ух, ладно, жадная. Ладно, жадные, погнали. Так, ага, я говорил уже, будет клепак, и мы с вами в прошлой части хорошо остановились. На этом моменте. На хорошем моменте, все. Так, а собор святой... Из базилика. Грейл will be inside. Базилика, да. Текстурки грузитесь. А, ну, это опять он, ага. Just the murderous asshole I was looking for. How lovely to see you again, Sam. And how nice of you to bring your friends. So I can take care of all of you in one go. But you should know that I feel a kind of gratitude. You taught me something about this planet, Sam. It's loud and garish and annoying and surprisingly hard to kill. And that's precisely why it needs to die. It's a disease. And after I've killed you, Sam, I'm going to do my very best to wipe out every single... What's with the legs? Oh yeah, I've been thinking that the whole time. Why are they so tiny? They're freaking me out. I told you they were super weird. Never ask questions. When you're not ready for the answers. How very ominous. Yeah, it's never good when that happens. He'll probably come out as a four-armed giant or something. Летаешь ты, что ли? He's a butterfly. Хе, бабочка. Да ну хорош! Слышь... Let's waste this killing pin, that whole lizard! Так, погоди, не то. Pain makes me angry. Не понял, почему он не убивается-то? Типа у него броник какой-то. Я чуть не понял, почему у нее не убавляется? Типа ее минами надо скидать? I must reload. Come at me, motherfucker! It's on your pain, it's a Mexican buffet, and I'm ready to have it in your arms!
Как ее валить? У нее типа защита, и это я понял. Что-то так нихера не честно. Бля, это снайперки, вообще обзор. Да ёб твою, отвяжись! Ну да, с дробовика, конечно. Бля, ну я откуда знаю, где эта тварь бегает? Может, его просто надо подождать? Ну-ка, ребят, повалите пока его. Я понаблюдаю за этой херней. Так, побежала. Вы его валите, нет? Да. Блять, она какая шустрая. У меня жизни мало. My son, it is time to detonate.
Ну да, я не понимаю, что надо делать. Я, блин, в принципе, понял. Я не успеваю. Да отъебись ты от меня, гандон. Что, почему у меня не берется в руки вот эта вот штука? Какой же ты дотошный. А, в смысле нельзя? Я все распиховался. Смотри, чё падла делает. Так, у меня жизнь, блядь. А я могу найти? Хер, да? Ни хера не видно. I must reload.
Да ты охренел, пацанчик. Заебал ты меня. Я тебя покидаю сейчас, мудень! Сука, гасит ты все. Заебал ты создавать их. С них, короче, патроны выпадают. Ну, блядь, ну а как? Ну, блядь, ну почти. Ой, ну если сейчас все заново, это, конечно, печально будет. Ладно, хоть так. Что, завис? Блять, 12, почему у меня так здоровья мало? Да иди ж ты нах! Дай здоровье взять! Где-то аптечку видел. Сука, аптечку не дал взять. Ой, какой бляха! Можно тебя в черную дыру закинуть? Не, да? Олег вообще ничего не вижу. Зато он меня попадает. Да иди ты нахрен! Почему тебя не засосало? Заебёшься сбивать. Но он всё равно попадает.
патроны кончились. Отъебись от меня, гад. Так, да что такое-то, бляха, не понимаю, он меня закидывает, он же, блядь. Я когда это делал... Да я нихуя не попадаю. Короче, мне надо аптечку искать. А у меня есть адреналин? Reloading. Нету ни хера. Косилка продуктивна, но неудобно. Он реально заебал. Причем он пробивает. Каким-то хреном. Ну, смотри, что тварина делает. Он не сложный, но он подлюка такая, что... Но они не помогают. Эти, короче, плодятся и все. Смотри, ты сплодилась. Блять, как же это неудобно. Так, а здесь есть F5 сохранение? Так, погоди, сохраниться можно? Сохранить игру. Ну-ка, давай-ка вот так вот. У него есть какие-то подвисания, смотри, он реально зажевался. А, лох, завис! Тварюга. Тварюжная тварюга. Сколько на тебя времени потратил, мразота. С дробовичком идет. О, сидит, пиндюк. The hero has defeated the villain. And now what? A one-liner?
The perfect manifestation of empty human wit. Maybe a pun, an attempt to ignore the howling abyss with a ridiculous construct of macho verbiage. What will it be, Sam? With what hollow words will you immortalize this momentary triumph? I lost my shoe. What? That's hard. А, ништяк. Деструкт that. You, my friend, are mad. But sometimes there is something divine about your madness. Just doing my job, father. Now let's get that Grail and get out of here. Samuel, I am certain now it is not Grail. Grail was intended to heal wounds of the world. This is something else. We came all this way. Let's at least have a look. Да, долговастенько, конечно, с ним провозился, но, блин, как-то не знаю, он закидывал меня. Он просто начал спамить, и все, в какой-то момент. Ты че? All right. Now what? We must perform ritual. But I think it is unwise. Listen, Padre, if you don't want to do it, me and my friend C4 can always do it our way. No. That's fine. Please don't. My way's faster. It may be Catholic heresy, but I feel bad enough that we blew up Vatican. Let's see. Avert the judgment of the saint. Avert the judgment. Ah. Blind the divine messenger. Messenger. Послание. Так, спокойно. Invoke the mark of Saint Peter. Peter was crucified upside down. The Ark. I can feel its power. Here's hoping it doesn't melt my face off. It's a stick. Do not touch it. This artifact was placed in the Ark to shield the world from its evil. He's right. Don't touch it. What the hell? Stand down, Stone. We're taking over from here. Brand, what are you doing? Sir, we succeeded. This is the artifact. Why are these pendejos pointing their guns at us? Oh, you people. You were so dumb. This whole fucking planet, all sheep. No wonder mental is winning. You believe anything you're told. I didn't even need to invent General Brand. You already believed in him. He's that tough old bastard who doesn't play by the rules. But if we trust him, he'll do what needs to be done. So you sold us out. I recognize the true order of things. It's time for me to be on the winning side. Humanity had its chance. They should have joined Mighty Tahom, like the Kanum and the older races did. I will present this offering, and the power that lies within it, as a tribute to our Lord Tahom the Magnificent! And they say I'm insane. I'm not insane. I'm just a pragmatist. There's a hierarchy to the universe, and I'm about to get a promotion. Сдохни. Да ты не должен был его взять. Во-во. Ха-ха-ха.
Behold! I am the beast of the apocalypse, the lord of despair! I am the last human! Grant us strength, O Lord, before these the soldiers of darkness. For we struggle not against flesh and blood, but against powers and princes. Silence, priest! Do you fear the word of God? Бошку сейчас старет ли? Ну вот. What does your God say now, father? He says, fuck you. Пошел ты на... You son of a bitch. I want this one gift wrapped. And the others? Feed them to the drones. Блять, ну он же не страшный. Так, погодьте, я сейчас вернусь. Тут звонили, звонок опять все звонит. Так, ладно, я пришел, давайте, погнали. Заставочка, мотор, экшен. И? Это конец был? Да, вроде нет. Че это такое? Не понял сейчас прикол. Look who's awake. Нормально его штырит. Ну, кстати, Сэм в космосе еще не было. А сразу. А толку? Вот так правильно, да. Look who's dead. Че, кулаками сейчас их? С каждым разом все интереснее. Uh-huh. Even if you don't, your team's processed. You're alone. War's over. Give up. My team may be harder to process than you think. I doubt it. Seriously, though, Sam, it's a good deal. You'll have a much better life as Mental's pet than if you stay on this planet. No thanks. I gotta go. Things to do, people to kill. But don't worry, we'll meet again. I promise. Слишком много сцен. Серьезно, зима. Я думал, зимы не будет здесь. Ну куда? На Аляску, наверное. A boat. Finally, I get lucky. Now I just need to get into the water. Maybe it's still okay? Or not. Another boat! Beautiful! Okay, listen. You just stay up there until I come get you. А с кем нужно сказать постоянно? Опа, даже так. Даже так. Ладно, погнали, я думал, ты уже все. Так, а ты взрываешься? Нет. Так, не понял, куда? Блях, солнце слепит. Так, там что-то горит. А я вообще-то доберусь или я туда не доберусь? О, да. А, ну все, Сэм понял. Сэм, ты что, плавать не умеешь? Ну да, круто. Я почему-то думал, что он допрыгнет, но он... А он хрен.
Да, Сэм не умеет плавать, это, конечно, это... Это круто. Крутизны тебе прям добавляют вообще. А почему плавать не умеет? Что, блядь, не так? Так, буду так, короче. Вы же, бля, здесь замерзнете, вы чё? Бля, куда это идет? Так, погодьте. Еще раз погодьте. Так, продолжаем. Так, погоди, сейчас что-то руки помыл. Ходят, короче, тут все ходят в гости. Туда-сюда, туда-сюда. Говорю, не ходите. Они говорят, все равно ходят. Все равно приходят. Отвлекают. Так, спокойно, пропустил. Так, это опять эти опасные баночки, да? Прикольно, кстати, на дробовиках такие ручки. Так, это хоро... Чё это? Не то. А чё это? А чё не берется? Музыка играет сейчас. Калинка, что ли? Ну-ка, послушайте быстро. Эх, калинка, малинка. Так, непонятно, что-то лежит, типа, от ракетницы, скорее всего. Ну, не берется. Ладно, хер с ним. Опять баг. Эх, калинка, малинка. 15 ракет, хорошо. Сейчас будет бэтл. No. Hey, did you guys hear I killed Ackerman? Guess they did. Оп, поливают. Говнодёры. Да, калинка. Прикольно. Прикольно, я же говорю, мы в России. Я не знаю, Аляска это не Аляска, но мы где-то в России. Нынча мы в России. Так, ну так ракет много, блин, тратится на них. Так, а как там, блин, до той херни все-таки? Ну как-то надо было прыгать, короче, 100%. Так, там что-то светилось. Там еще. Как там эту штуку достать? Типа там надо будет пройти, спрыгнуть и не забыть. Так, тут что-нибудь есть? Кроме... Это вода? Это не вода, какая-то синяя жижа. Так, что это? Ракеты хорошо. Ай, ладно, эти штуки. Но здесь вот, кстати, вот такие вот секреты всего лишь. Так, я где-то здесь видел, что-то горело тоже. Now to get to the main deck. Бля, а чё так темно-то? Ой, блядь!
Что же так пугаете-то? Я думал, оружие какое-то. Ой. Ну там толстяк, судя по всему. Так, патрон пока буду экономить. Блять, реально нихера не вижу. I would like to register test complaint to test system to register complaint. This is test. What? Бля, хоррор пошел. А кто, блядь, там? Страшно. Ай, блядь! Ишь, падла, я вас не вижу. У меня, если что, мега темно. Серьезно, блядь, заблудиться ж можно. Ой, да заткнись. Ёб твою мать, кругом одни лестницы. Ебать, где рычить, не пойму. To register complaint regarding system for registering complaints, which is reminiscent of 21st century computer game audio log system. It is primitive way of communicating important information in crisis situation. I wasn't gonna say anything, but the man has a point. Ah, это. Это как тут оказался? Бля, глаза одни светятся, самих не видать. А чё мигает 12? Блять, я же здесь был. Серьезно, а как туда-то попасть? Сейчас не понял. Ой, вот эти вот ваши... А, во, все. Лабиринты, блять, сраные. Кто там орёт-то? Чего вы так орёте? Мя! Мя! Еба, он там где? А, вот, кстати. Ну-ка, я здесь... Ой, ну вы-то здесь, блядь, откуда вы? Да, блядь, ты-то откуда? Вы чё, блядь, издеваетесь? Камикадзу, блядь, засунули. Погоди, так мне сюда. А там... Блядь, я уже заблудился, если честно. Я вон там не был. И чё, блядь, всё? Так кто там? Жалко, гранат нет. Так, а как? Так, а как? Так, вон там вижу эту херню. Ну, блин, напридумывали. Ой, блядь, кто это? Чё это, блядь, было? Испугался. Да и куда ты? Ай, блядь, он же не лазит. Забыл. Забыл, что он не лазит. И... Эти же пассатижи. Что это за звуки? А, блядь. Одна аптечка, серьезно? Я так понял, мне туда, нет? Да? А как, блядь, это куда? Ай, блядь.
Да не видно ни хераж, бляха, что так сделали? Я вижу этот туман. Квадрат. Ну еще и дополнительная миссия, серьезно. Но там типа оружку дадут. Алло. Она не работает. В чем прикол? А, подключение. Играть. Чего, блядь? Чё это, блядь? Так. Вы садитесь за стол и готовитесь заказать пиво. Какое пиво желаете, ебать? Выхлоп ультра, пожалуйста. Я бы выпил Ивер. Один холодный. Дыхание дракона. Чё это, блядь, такое? Михаил умер же. Ой, блядь, ты серьезно? Все заново. Играть создатели выход. Короче, застрял. Какой-то бред. Пойти через зеленый путь Визерленд. Ой. Быстро так, блядь. Короче, это какая-то бессмысленная херня. Спросить, что стало с пивом. Я где-то такое видал, как они играют. Они играют в настольную игру, а не вот в эту компьютерную херню, потому что вот это вот все читать, это, блядь, вообще, ну это, блядь, что это? Ты, блядь, в стрелялке сейчас сидишь и читаешь. Ой, ну ладно, все, короче. Буду, короче, просто тыкать наугад. Что получится, получится. Не получится, не получится. Все, до свидания. Это без конца может. Сейчас мы с ним время тратим. Серьезно? А мне, блядь, фонарик вообще есть? Ебать, как тут темно-то. Сердце. Хорошо.
Оружие не дали, но дали боеприпасов. Звуки везде одни и те же, беспонтовые. Так, как мне туда попасть? Я что, кругами хожу? Блять, ну где-то толстый рыжает. Рыгает, точнее. 100% вам говорю. Либо эти придурки так себя ведут. Вот, вот это уже хорошо. This is Bill Corwin at Radio Free Earth, and boy, have I got news for you. Lord Acroman is dead. The commander of the European campaign and noted asshat has been killed in Carcassonne, France, by none other than our very own Sam Stone, aka Sirius Sam. Так, окей. Бля, ну все заканчивать надо. Я говорил, что это, бля, тягомотная миссия. Так, что мы качаем? Разное оружие, давай тогда уж. Не знаю, как оно действует. Серьезно, бляха. Так, патронов. Патронов норм. Нет, слишком жирно. Че там горело-то, я не понял. А че я не бегу? Бля, чё, издеваетесь? Да я как вам, блядь, должен-то? Это же издевательство в узком проходе. Ебать. Заебись-ка! Это ж пиздец, упал. Это ни в какие ворота не вижу. Да идите вы, пассатижи, все, заканчиваем, короче, на этом. Заебали. Я подошел. Короче, чтобы прыгнуть туда, нужно взять. Это не очень есть хорошо.
потому что игра сделана коряво. То есть вот. Все, пиздец. Ладно. Давайте на этом закончим. Не дошли, малёха. Ну, что уж быть. Бывает. Бывает. А в смысле я не взял? Да ладно. Эти же пассатижи, вы серьезно? То есть меня даже не сохранили. Но здесь сохранение по-дурацки работает, серьезно. Это реально по-дурацки. Типа вот так можно. Прикольно, кстати, добивание. Ты, блядь, откуда здесь взялась, тварина? Прикольно. Не буду, короче, лезть я за этой штукой. Может быть, следующий потом, но нет, не сейчас. Ой, вот это реально мне не нравится. Да тушная карта такая какая-то. Не особо, в общем, по сэмовскому сценарию. Ладно, все, завершаем. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.